А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Брони Владимира. Он очень часто играет в такие игры, как CSGO и Dota 2. Поэтому, если ты любишь такие игры, то этот канал для тебя. Заходи и подписывайся, ссылочка на него в описании. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, новую серию нашего 6-го сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, мы будем продолжать в этой серии. Я надеюсь, больше не ловить легенд, потому что в прошлой серии мне вот так хватило, и больше, если честно, не хочу ловить легенд в ближайшие серии. Ты паскуда. Я из-за тебя так нервы испортил, Грудоша. Я не знаю, честное слово, ребята. Если вы не видели, что происходило вообще в предыдущей серии, то посмотрите, но перед этим, как обычно, я бы очень сильно, ребята, вас хотел попросить поставить лайк. Ведь если мы сегодня, сегодня четверг, да? Если мы сегодня наберем 1000 лайков, то я вам даю слово, то, что завтра выйдет следующая серия Пиксельмона в пятницу. Ну, перед выходными, да, ребята, пятницу. Все же хотят посидеть и расслабиться. Я вам, ребята, обещаю то, что если сейчас мы наберем 1000 лайков, то завтра выйдет следующая серия Пиксельмон. Вы знаете нашу мини-игру. Если лайки мы наберем, а серия почему-то не выйдет за какие-то там обстоятельства, то я буду обязан добавить вас в друзья ВКонтакте, подарить вам какой-то подарок и также расписаться у вас на стенке. Вы потом сможете мне написать ВКонтакте, чтобы я это сделал. Но это, ребята, только если мы наберем лайки, а серия не выйдет. Ну, в принципе, я просто-напросто буду вам очень сильно благодарен. Также не забываем оставлять комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Если ты не веришь, что можешь проверить, оставить свой комментарий, увидишь то, что я на него отвечу. И последнее, чтобы уже закончить с этим, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если ты прям, чувак, подпишешься. Но мы приступаем. И, кстати, я сейчас вспомнил Геракросс. Меня вроде кто-то с подписчиков попросил, не то, что попросил, а просил его словить. Поэтому, ребята, я даже сейчас в честь подписчиков словлю Геракросса. Потому что в предыдущей серии мы словили в честь подписчиков Апсола. Да, многие меня просили, мол, Эдди, а попробуй словить Апсола. Я его нашел, я его словил специально, ребята, для вас. В этой серии я попытаюсь словить Геракросс. Он вроде, я не знаю, он мне прям чем-то почему-то напоминает Пинсера. Я не знаю, ребята. Ну, процентов так 20 у него есть что-то там схожее. Я не знаю. Только что-то мне кажется, что вряд ли мы его сможем словить. Там случайно не ночь сейчас будет, потому что если ночь, то мы сможем использовать Duskball. Не, ребята, он даже не залазит. Он даже не залазит. Я, конечно, попытаюсь его словить, но я вам ничего не обещаю, потому что вы видите то, что он паскуда. Но, ребят, я не хочу тратить много болов, но так как я вижу, что сейчас уже, в принципе, уже ночь, да, не то, что начинается, а уже ночь. Да, мы его словили, потому что Duskball, как всегда, спасает нас. Ладно, давайте мы вылечимся. Я не знаю, сможет ли Иви заспавниться вот сейчас ночью, не факт, но попробуем. Ребята, знаете, что я хочу вас спросить? Многие мне почему-то писали, мол, Эдисон, да, у тебя там не получилось в предыдущей серии словить Райквазу, ты можешь себе заспавнить Райквазу, мол, мы тебе разрешаем, это не твоя вина, что, ну, в принципе, ты не увидел Райквазу, она сразу же улетела, ну, потому что все-таки без покерадара. Поэтому мне, ребята, даже многие подписчики сказали, чтобы я, мол, взял и заспавнил Райквазу, ну, не себе прям выдал, да, чтобы мы накопили на мастербол, и только после этого мы смогли заспавнить Райквазу и словить ее с помощью мастербола. То есть, вот такое я увидел, услышал. Здрасте, Шрумиш. Вот такое я услышал предложение от подписчиков. Ребят, я, честное слово, не знаю, я не хочу сам принимать решение, потому что вы сами знаете, что кто-то может быть за, кто-то может быть против, потом меня будет читером почему-то называть. Но все же, ребята, я сейчас прямо у вас спрошу, хотите ли вы, чтобы я это сделал? Вот, ребята, вот такой небольшой опрос. Сейчас я у вас спрашиваю, хотите ли вы, чтобы я так сделал? То есть, что я сделал? Это сейчас. То есть, что я сделал? Взял, заспавнил Райквазу тогда, когда мы накопим себе на новый мастербол.
И после этого я возьму и словлю ту Райквазу. Почему мы так делаем? Потому что, кто знает предыдущей серии, там вообще жесть какая была. Я прям реально уже нервничался. Поэтому, ребята, я даю выбор вам. Хотите ли вы и, в принципе, позволяете ли вы мне, чтобы я вот так сделал? Нифига себе. Ух, круто. Поэтому, ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии по результатам этой, по результатам этого голосования. Я посмотрю в описании, действительно ли многие подписчики были за, да? И потом в следующей серии мы подведем результаты. Будем ли мы потом себе спавнить Райквазу или нет? Ну, не себе, она как бы и так в предыдущей серии заспавнилась, но она пропала, да, ребята. Ну, что нам может пойти, следует как хорошенько покачаться, я не знаю. Нет, это не Sunflower. Сейчас Персиана замочим. Замочим. Я, если честно, не хочу никуда идти. В том смысле, я не хочу идти. Вообще, я не хочу легенд сейчас не то что ловить, а даже думать про легенд. Потому что мне хватило предыдущей серии. Честное слово, ребята. Честное слово. О, кстати, я немного в шахте побывал, добыл там небольшие ресурсы. Ну, чтобы потом просто-напросто в магазине продать, я не знаю, вот это. Сюда мы поставим стак, и сюда мы практически тоже стак поставим. Замечательно. Ночью, ну куда мы ночью пойти можем? Ну, давайте пойдем в Desert M. А зачем? А затем то, что тут может, ребята, заспавниться Сандил. Он спавнится тут, и, в принципе, это даже очень крутой покемон, потому что у него финальная эволюция прям... О, какая офигенная, Крокодайл, прям... Круто, очень круто. Но... Не забываем то, что нам еще осталось 5 уровней. Я вроде делал тоже пару серий назад опрос. То есть, ребята, после того, как мы прокачаем Драпиона и выложим его в компьютер, кого нам взять вместо Драпиона? Какого следующего покемона нам взять вместо Драпиона? И когда мы прокачаем Рампардоса, да, то кого нам взять на замену Рампардоса? То есть, и в принципе, кого нам взять капитаном команды? Сейчас... Вот давайте, ребята, сейчас дайте я вылечу. Вот сейчас, да твою мать. Вот сейчас мне кажется, капитаном будет Лукарио. Мы его постараемся хотя бы прокачать до 70 уровня. А следующий покемон, знаете, кто будет капитаном? Следующим капитаном будет Зангуз, да, потому что я уже давно планировал его взять. И, в принципе, если честно, он даже, наверное, стал одним из моих любимых покемонов. Потому что Зангуз мне реально офигенно как нравится. Мне нравится, ребята, ну, так же, как и Лукарио мне нравится, также Зангуз мне нравится, и также мне нравится Сайтер, то есть следующая эволюция Сизор, да. Потом мы, наверное, даже из Сайтера мы вроде уже словили, потому что потому что мы потом его даже возьмем и сделаем его тоже капитаном команды. То есть трех капитанов, ну, на следующей команде у нас уже есть. Мы уже их определили. Поэтому это даже очень круто. Да, ребята. Но нам нужно вот этих докачать. Нам нужно вот этих докачать. А, хотя нормально, 36 уровень. Нам за Кавчиком нужно быстренько сбегать. А то он уже кончился, ребята. А-ля-ля-ля, вот как я сказал. Даскбол, Сандила мы нашли. А Сандил, наверное, будет нашим четвертым капитаном, потому что Крокодайл, его финальная эволюция прям нереально крутая. И мы его, в принципе, словили с одного Даскбола. Спасибо тебе. Нам даже не пришлось тратить кучу болов на тебя. В этой серии мы уже словили скольких? Ни хрена себе. В этой серии мы уже словили, ребята, двух покемонов. Ух ты, Рампардосишка! Ух ты, жопа накачанная. Так, сейчас, покехил. Тогда, может, мы будем их отдельно качать? Если Рампардос уже так вырубает, то, мне кажется, сначала просто-напросто лучше прокачать Драпиона, когда он уже будет прокачанный, то взяться за Рампардоса. И тогда уже его... Рампардос или Рампардос? Хрен его знает. Поэтому мы потом его, ребята, возьмем и... Да ты охренел, что ли? И прокачаем отдельно. Мне кажется, так будет даже в какой-то степени быстрее. Но он убил нас, поэтому... Да охренеть, если бы ты еще не хилился так. Было бы вообще офигенно. Во, он хилится, то не хилится. Здрасте, мордасти. Вас тут сразу две штучки. Вас тут сразу две штучки. Я надеюсь, большие уровни. 61 уровень. Ни хрена себе, я надеюсь, большие уровни, да? Да, походу, эта ночь... Нет, не для тебя, я уже хотел сказать для тебя, но не для тебя, Рампардос. Амбриоша может, потому что...
Амбриона нам тоже нужно будет прокачать до хотя бы 50 уровня, да, и потом только выложить. Тра-та-ра-та-ра-та-та там находился, но мы его пока что не будем ловить. Так, нормально. Гипно. Иди-ка ты сюда. 4 уровня. Ребята, может там пойти, знаете куда? Может нам на остров пойти? Мне кажется, на острове даже офигенный кач будет. Это во-первых. Давайте еще Сивая проубьем. На острове будет офигенный кач, и, в принципе, хотя там, если даже легенда заспавнится, то, в принципе, ничего не поменяется. Мы ее не сможем словить, потому что у нас нету мастербола. И, как я уже сказал в начале серии, я хочу немного забыть про легенд и даже не вспоминать. Давайте, ребят, еще вот этого убьем и пойдем. В горы, я не знаю, мне кажется, нету смысла отправляться сейчас в горы. То есть, ну, вряд ли мы там что-то найдем, что сейчас нам нужно. Поэтому давайте мы отправимся на остров. На остров, да. Кто тут у нас может быть? Кадабра там бегает, тут никого. Плюс к тому, ребята, тут же могут... Здрасте. Тут же большие покемоны, большие уровни. Это во-первых. А во-вторых, знаете что? Да, вот, кстати... Жучьи атаки очень много урона наносят водным покемонам. Но, плюс тому, тут же могут заспавниться водные покемоны, то есть тот же Сквиртл, то есть тот же Ошавот и, в принципе, даже другие. Поэтому, если мы их будем даже ловить, это даже лучше будет. Так, ребят, не пропускаю, не кричите. Вот. Репитбол, ну, пускай будет. Я же тебе прям в писюн кинул, а ты просто убежал. Тут очень много кадабр, как я заметил. Я не знаю, есть ли смысл их убивать, то есть что-то большое с них не падает. Все, что с них может выпасть, это одна монетка. О, Сквиртл, как я, ребята, и сказал. Но вряд ли мы его уже сможем словить с Даскболом. В принципе, если быстренько вот так попробовать, то может даже получится. Сквиртл у нас нету, я это помню 100%. Если бы у нас был Сквиртл, мы бы его, может, уже даже прокачали. Квикбол, давайте попробуем. У нас было 1,5 стака квикболов. Сейчас у нас уже 0,5 стака. Офигеть просто. Левел болл. Ну, левел болл может подействовать. Может подействовать. Но не факт. Ребята, мне может уже начинает казаться, что этот Сквиртл прямо кажется нереально большой паскудой. Как вы думаете? Мне почему-то так кажется, что он реально будет большой паскудой. Даскбол. Даскбол на него уже вряд ли подействует. Квикбол он сразу же ломает. Все, что на него может подействовать, это левел болл. Потому что он, в принципе, 11 уровень идет против 48 уровня Драпиона. Это, в принципе, охренеть, какая разница. Но иди ты в жопу, я просто-напросто... Знаете, я его убиваю не из-за того, что я не хочу вот этого покемона, а только из-за того, что я ненавижу вот таких тварей, которые... Ну... Которые просто-напросто не хотят ловиться, честное слово. Я прям не люблю... И когда я вот такое вижу, то у меня, если честно, прям нервы все хуже и хуже становятся. Поэтому лучше их отпустить. Не то, что отпустить, а лучше их нахрен вообще просто убить, и чтобы мы себе просто-напросто мозги не парили. Ребят, знаете, что нам нужно? Нам нужно домой быстренько отправиться, потому что у нас вообще хапчика нету. У нас вообще хапчика нету. И тут, в принципе, нету. Значит, мы идем на наш лифтик. Опа. Хапчик. Так, это я не туда поскладывал. Это вот сюда, замечательно. Хапчик. Что бы нам взять, ребята? У нас уже, если честно, вообще толком ничего нету. Давайте, Марк. А знаете, что я вспомнил? Как мы... Сейчас, во-первых, как мы можем себе хапчик добывать? А во-вторых, как мы можем себе монеты добывать? С помощью рыбацких сетей, да, то есть мы их можем ставить, чтобы они там сами по себе рыбачили. Мы будем потом просто-напросто приходить и весь наш лут забирать. Мне кажется, тут у нас еще есть парочка. Да, парочка у нас еще есть. И давайте посмотрим, что нам даже с них выпадет. Вот смотрите. Вот смотрите, бирка нам выпала, конечно, очень нужная. Чтобы выкинуть быстренько, ребята. Вот это. Охренеть, ботинки выпали, я не представляю зачем. Ой, пути. Это выкинем, давайте это обратно поставим. Опа. Да, пофиг. И что нам выпало? Твою мать, это можно выкинуть. Рыбка вроде вот это выпало. То есть нормально. Мы можем, в принципе, и продавать вот это все. И в то же время...
обменивать, то есть не обменивать, а хапчик тебе собирать. Поэтому, мне кажется, это даже отличная идея. Но чтобы эту идею воплотить, нам нужно пойти поохотиться на марипов. Да, ребята. Потому что нам нужна шерсть. К сожалению, ножниц у меня нету или есть? Нету. Я их, наверное, прокакал где-то. А почему-то мне сейчас такая лень идти новые ножницы делать. А поэтому, ребята, мы, наверное, просто-напросто вот так поохотимся. Просто поубиваем, да? Нам же прям не миллион шерсти нужно. Да, конечно, с ножницами мы бы намного быстрее добыли, но так тоже прикольно. Так тоже прикольно. Опа, три шерсти. А я не знаю, честно, сейчас. Я не знаю, сколько там шерсти. С помощью этого мода то есть с помощью шерсти можно сделать нитки. Не наоборот, с ниток можно сделать шерсть, а шерсти нитки. То есть я, если честно, не помню, как это нужно будет потом разобраться. Во, просто... Как это? Че я только что сделал? Ага, вот так. Охренеть. Вот так. 16. Мне кажется, стак прям вот так нам хватит, поэтому... Вот так нам, ребята, хватит стак, поэтому мы сейчас стак добудем вот этих нитей, а потом они вроде так, 1, 2, 3, 4, то есть с этих нитей у нас получится нитей, ну, более-менее 10-20, может, вот этих рыбацких сетей, да? Здрасте, так, это там круто что-то выпало, где вот, охренеть, нам бы вот это все повыкидывать нужно было бы, вот это, допустим, да? А сейчас мы, ребята, быстренько даже и прокачаемся, потому что Драпиону еще 2 уровня осталось. Нужно, наверное, было сюда ночью прийти, потому что ночью тут ходят пылесосики, а пылесосики, как вы знаете, очень большие уровни. Плюс к тому с них выпадают даже очень крутые шмоточки. Поэтому пылесосики это даже очень круто. Так, ладно. Давайте еще парочку поубиваем. Знаете что, ребята, нужно все-таки уже начинать искать гим. То есть нужно искать какой-то следующий гим. Я не знаю, какой гим у нас получится следующим найти. Но и не знаю. Я бы, если честно, хотел водный или там огненный. Мне кажется, было бы прикольно. Нужно потом будет поискать. Потому что давно у нас уже гима не было, согласитесь, ребята. А было бы круто, если бы мы его реально нашли. Вот я там сало вижу. Я там вижу сало. Украинское сало. Даже 2 сала, синеньких, наверное, просроченные какие-то. 2 уровня, ребята. 2 уровня. 2 уровня. Как думаете, справимся ли мы в этой серии? Сейчас посмотрим, сколько опыта нам дает. Я сказал, сейчас посмотрим. Твою мать, я сказал, сейчас посмотрим, сколько опыта. Я понимаю, что он парализован. Ну, вы поняли, короче, да? Так, ладно. Это. Пускай будет пока что так. Давайте быстренько вот это выкинем, что нам сейчас не нужно. И пускай будет. Замечательно, ребята. 2 уровня. И Рампардосу 4 уровня. Ребята, думайте. Я же вас попросил в начале этой серии написать, кого вы хотите видеть следующим покемоном в нашей команде. Все-таки, как я уже сказал, по Чирису мы, наверное... немного выложим, потому что, согласитесь, то, что она уже нам надоела, да, сколько мы с ней бегали, около 20 серий, это, если честно, офигеть, как много, и она за это время, реально, прям уже осточертела мне так, что я уже, если честно, даже на нее смотреть не мог в какой-то степени, поэтому я ее немного и выложил. Я не знаю, буду ли я ее брать обратно, не знаю, ребят, не знаю. Я читал в Википедии, ну, там, в Покипедии, да, то, что... Мастербол не может выпасть с помощью вот таких покемонов, как Пачерису. То есть, хоть она там 200 уровень было бы, но Мастербол не может выпасть. То есть, дропа Мастербола с обычных покемонов даже с помощью такого покемона, как Пачерису, и с помощью там умения, нету. То есть, ну, может бы нам Экспешер выпал, может бы нам Блакеч выпал. Я не знаю. Снежок! Я уже снег не видел лет так 5-6. Офигеть, как бы я снег хотел увидеть. Это прям жопа, ребята. Это прям жопа, как бы я снег хотел увидеть. Вы себе просто-напросто не представляете. Ах. Воспоминания. Я помню, когда мне там лет так 7-8 было. Вы себе не представляете. Вот тогда снег был. Как я вроде сейчас слышу, там даже... так, сейчас, чтобы.
даже от тех моих друзей, да, или там знакомых, которые еще живут в Украине, то есть я спрашивал, что там, снег, не снег, ну, зимой, то есть они говорили, да, какой-то никакой снег, то есть он падает, там, потом сразу же исчезает, на следующий день его уже нету, потом вот эта слякоть, мерзость. Поэтому нету нормальной зимы. А вот я помню реально, ребята, когда мне было 7-8 лет, то это офигеть, какой там снег был, честное слово. То есть по колено, и это, наверное, самые счастливые там дни. Не то что дни, а просто пора в моей жизни, да, была. Ну, развлечение, в том смысле, что снег был и все остальное. Я помню, на санках мы там катались, как мы себя долбили об столбы. Как я вот вспомнил один момент, когда я там подлетел, и у меня под задницей санки просто-напросто деревянная вот эта хрень прорвалась, то есть дерево, которое на санках находится, я так подпрыгнул, а потом как грохнулся об землю, то что у меня вот эта вся рама на санках проломилась, я просто жопой тормозил об снег, держась за две железячки уже без дерева, потому что дерево уже нафиг разломалось, тормозил жопой и дальше ехал, и мне пофиг было, больно, не больно, мне тогда реально 7-8 лет было, и мы, ну, дурачились как могли. Сейчас, мне кажется, такого уже нету, то есть сейчас люди, дети 7-8 лет, что, чувак, что там, как у тебя твой айфон поживает, что там, как твоя зарядочка, сколько он держится, нету такого, что мы прям 7 часов утра мы уже собирались там, 10 перчаток, 10 курток, брали санки и бежали на какую-то гору и дурачились с 7 часов утра до, не знаю, до 5-6 часов вечера, да, потому что уже потом поздно было. Приходили домой все мокрые, сразу там раздевались, чай пили. Вот это реально офигеть было. Мои годы, то есть, когда я был там ребенком, тогда реально, ребят, еще компьютера даже не было. Тогда только компьютеры появлялись. Поэтому сейчас, мне кажется, дети, которые имеют 7-8 лет, вообще не поймут, что такое настоящая зима. Если вы там, конечно, пойдете отдыхать с родителями, да, куда-то там на лыжи, на какие-то курорты, но это и так не сравнится с тем, что, в принципе, у меня в детстве было. Вот то реально воспоминание. То есть есть что-то, что вспомнить, честное слово. Тогда реально офигеть было. Да я бы, если честно, вообще хоть любую бы зиму сейчас увидел, которую бы только смог. Но, к сожалению, не могу. Тут зимы вообще нифига никакой нету. Честное слово, ребята. Ну ладно, мы отклонились уже от темы. В принципе, сейчас будем продолжать прокачивать наших покемонов. Все-таки Драпиона мы 100% уже прокачаем к 50 уровню в этой серии. Да вот сейчас вот этот пылесос, и он уже будет, в принципе, 50 уровень, как я понял. Если он, конечно, твою мать, не умрет. Да, круто. Грудош, ладно, Грудош, запинай его эрдквиком. И вот там кого... Сейчас, нет, не тебя, но, в принципе, тебя можно, потому что с тебя ресурсы дропнутся. И с тебя тоже ресурсы дропнутся. Вот так. Вот кого я вижу. Вроде большой уровень, вроде должен нам дать нормально так опыта, как я понимаю. Если он нас, конечно, не убьет быстрее, чем мы его убьем, да? Ну, в принципе, да твою мать, да я вообще не могу никого вызвать, что ли. Скармори. Я... Амбрион. Ну, Амбрион так Амбрион, давай. Амбрион так Амбрион. Почему я прыгал, я не представляю. Вы видели, ребята, как я весь бой, на протяжении всего боя я почему-то прыгал. Я не представляю, почему. То есть не я прыгал, оно, ну, залагало, наверное, что ли, хрен его знает. Я вообще никого не могу ничем ударить этим Драпионом, честное слово. Я не могу даже покемона поменять. Что за хрень? Лукарио, надери ему задницу, пожалуйста, а то он меня уже бесит. Вот, замечательно. А, он уже 50 уровень. Замечательно. Все, ребята, мы его выкладываем. Сейчас будем прокачивать Рампрдосика. Ему осталось тоже 3 уровня. Вот эта серия такая, знаете, ребята, просто-напросто больше кач. Мы ресурсы себе добываем, чтобы потом продать и все-таки купить мастербол, если вы мне разрешите вернуть нашу Райклазу, которая убежала от нас. Если бы еще Грудон от нас убежал, я бы вообще чокнулся, наверное. Не то, что чокнулся, а просто я бы вообще не понимал тогда. Вот этот Пиксельмон, как они нафиг спавнятся. Мы находимся вроде в одном месте, они спавнятся там за 1000 блоков от нас в каком-то другом биоме. Мы находимся
пустыне, в том месте, где спавнится... В том месте, где спавнится Гроудон. А легенда берет и спавнится там, хрен его знает, за 400 блоков от нас. То есть, что это вообще за логика? Я не представляю, честно. Ну, убей ты его уже, замечательно. Ух, Рампардоси, конечно, одного ты смог вынести, но вряд ли ты сейчас можешь всех выносить. Тебе еще, в принципе, 3 уровня осталось. Хотя... Сейчас ты умрешь. Да. Твою мать, а... Ладно. Ну, в принципе, в этой серии мы вряд ли уже его сможем прокачать. Мне кажется, сейчас уже нужно будет заканчивать, но... Еще немного, вот так, еще немного, вот на таких покемонах мы его, в принципе... Покемонах мы... Его еще покачаем. Ну, ударь ты его еще раз. Во, замечательно. 48-й? 40... Да, 48-й. Круто. Круто, круто. А может даже, вот сейчас тут парочку минут осталось, может за это время мы его даже сможем прокачать. Это все, что он стукнул? Или все же... Да нет, нормально он его стукнул. Нормально, не надо печалиться. Он... Мы убили одного Дивгонга и практически подняли Рампардосу один уровень. Офигеть. Нифига себе, сколько там опыта выпало. Сколько там должно вообще опыта было выпасть, чтобы мы ему подняли столько уровня. Офигеть, да 2000, то, в принципе, даже толком ничего не выпало, а он таким уровнем уже даже стал. 49-й, ребята. 49-й. Ох. Пылесосик. Ну, пылесосика вот этой атакой, в принципе, можно нормально заколбасить, если он нас, конечно, не убьет. Все, 50-й? Да, все. Вот, ребята, как мы их прокачали даже очень быстро. В принципе, вот сейчас реально уже можно, наверное, домой возвращаться. Там как раз дождь падает, мы сейчас как раз поспим, чтобы он прекратился. Вот так. Хавчик, в принципе, мы сейчас вот этот весь хавчик можем затолкать нашей барыге, чтобы получить монетки. Но мне кажется, все-таки лучше. Все-таки лучше его... приготовить, потому что еды у нас не так уж и много. Это можно выкинуть, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Замечательно. А, рыбацкие сети, ребята, пока я не забыл, пока я не пошел, не продал вот это, вот эту всю шерсть. Рыбацкие сети. Делаются они вроде вот так. Замечательно. Только 14? Я думал, конечно, побольше будет, но ладно. Сойдет пока что и столько. Мы сейчас это все быстренько положим. Быстренько положим, чтобы у нас что-то тут половилось. Но сначала нужно убить этого Мэджикарапа, потому что он нам там мешает. Так, это сейчас, сейчас, ребята. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Замечательно. Сойдет. Потом, ребята, мы вернемся и... Мне кажется, улова тут будет достаточно. А, что нам еще можно? Там нифига себе у нас рыбки, 60 рыбки. Вот, вот, ребят, смотри, мы сейчас вот эту всю рыбу положим. Даже вот это положим. И вот этого нам хватит, офигеть, на сколько серий, мне кажется. Серий так на 5, может, нам хватит вот этой всей еды. А вот это, что сейчас у нас тут есть лишнее, мы, в принципе, вот это все попродаем. Вот так, замечательно, 3-4 монетки. А вот это попродаем, вот это попродаем. Замечательно. И в сумме получилось 2 стака, 2,5 стака. Сейчас мы это все обменяем. Вот так. Ой-о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 й. Вот так. Тут у нас ничего, к сожалению, нету. Только первые 2 монетки. Нам, наверное, все-таки на мастербол нужно будет копить, да? Мастербол 12 монет. Ну, покопим. Если нужно, значит нужно. Давайте посмотрим, кого мы словили. Нет, мы же выложим 2 покемонов, да, ребят? Мы же сейчас прямо выложим 2 покемонов. Выкладываем в первую ячейку. Ну, в первый ящик, да, вот этого и вот этого. Но не думайте, мы пока что еще никого не берем. Капитан у нас становится Лукарио. Уф, тут я пока что не знаю, кого нам взять. Давайте подумаем. Может, Марила взять, прокачать, как думаете, или Зубата? Хм. Я не знаю, короче, ребята, я удалил обычного тропинча, потому что у нас есть шайни. И, в принципе, нам обычного хундура можно удалять, потому что у нас есть шайни. Вот он. Поэтому я, ребята, не знаю, честное слово. Паниту, в принципе, можно сюда поставить пока что. Кого еще можно удалить? Кого мы словили в этой серии? Мы словили Херакроса и мы словили Сандила. Да, ребят, да. Да, это даже очень круто. Сквиртла у нас, конечно, не получилось ловить, но... Значит, потом словим.
Короче, ребята, я не буду сейчас никого брать. Давайте, как я сказал в начале серии, я предоставляю выбор вам. Вы решите, кого нам взять вместо Тропиона и вместо... вместо Рампардоса, да? Вот давайте вот этого мы выложим сейчас. Хантера мы взяли, Хантера мы потом эволюционируем. Амбриону еще два уровня, потом Райхорн у нас есть. А, в принципе, Хантера я взял, значит, кого взять вместо Тропиона. Да, ребята. Вы мне скажите, я того и возьму. Может, Шайни Тропинч, я не знаю. Но все, что сейчас я бы хотел сказать, ребята, это не забываем ставить лайки. Ведь если мы наберем сегодня 1000 лайков, значит, завтра выйдет следующая серия. А завтра, как вы знаете, у нас пятница, все хотят отдохнуть. Поэтому, ребята, после учебы, конечно, или работы, поэтому отдохнем вместе с новой серией Пиксельмон. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, просто от всей души, честное слово. Ну и вы получите свою серию. Про игру вы знаете, если лайки мы дарем, а серия не выйдет, я должен буду вас добавить в ВКонтакте, в друзья, сделать вам подарок и также расписаться у вас на сетке. Но серия выходит только на следующий день, после того, как мы набрали 1000 лайков. То есть сегодня наберем, завтра выйдет, завтра наберем, послезавтра выйдет. Также, ребята, не забываем оставлять свои комментарии под этим видео или любым каким-то видео. Я общаюсь со своими подписчиками, отвечаю на ваши вопросы. Если вы не верите в это, то можете проверить, написав комментарий под этим видео, увидеть то, что я на него отвечу и также с вами пообщаюсь. И последнее, самое главное, не забываем подписываться на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью и подпишется на мой канал. Поэтому я бы прям тебя хотел попросить подписаться. Я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, заканчиваем. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.